Возможность почувствовать себя зимними волшебниками и подарить радость незнакомым людям появилась у зареченцев. Городской музейно-выставочный центр запустил акцию «Gift Crossing». Это загадочное заморское слово означает «обмен подарками». Вы собираете дома подарочек, приносите его сюда вместе с упаковкой. А администраторы, сотрудники учреждения нашего музея, помогут вам упаковать его, проводят к елочке. Возле елочки даритель положит свой подарок и выберет для себя из числа лежащих под елкой подарков тот, который больше всего ему приглянулся. Сотрудники музея рекомендуют дарить универсальные вещи, которые подойдут практически всем. Сувениры, игрушки, канцтовары и другие приятные мелочи. Презенты, которые могут испортиться, лучше не оставлять под елкой. Не рекомендуем дарить легко воспламеняющиеся опасные вещи, конечно же, предметы косметики. Безусловно, что не нужно дарить продуктовый набор, потому что он очень быстро испортится. Но, тем не менее, что-то такое от души. И положить обязательно записочку с пожеланиями в новом году. Можно даже положить свой собственный номер телефона, фамилию, имя, отчество, для того, чтобы созвониться с дарителем или дождаться звонка от того, кто получил ваш подарок. Наверняка вы сможете обрести себе вторую половинку даже или друга на всю свою оставшуюся жизнь. Особенно это важно для одиноких людей. Акция «Gift Crossing» уже стартовала и продлится до 13 января. Как обещают организаторы, все участники получат приглашение на праздничное чаепитие, посвященное Старому Новому году. На нем можно будет сказать спасибо за подарок, который вы нашли под елкой. Диана Готлярова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».